У тебя есть? Ом, чем раньше все сделаешь, тем выше будет награда. Эх, кого я обманываю? Награда будет такой же. Ишь. До свидания. Нужно быть осторожнее. Yeah!
Хунвальд, ну что? Мы узнали, что после резни Херефрид уехал в крепость в Анкастере. Я уже собрал там фирт. И довольно большой. Люди ждут твоих приказаний, Эйвор. Точнее, твоих, Халдерман. А, да, точно. Моих. Ну и... что нам нужно сделать? Кто знает. Отправимся в твой лагерь и вместе выясним. Херефрид дружил с моим отцом и всегда был дорог мне. Не понимаю, что на него нашло. Прежде чем начать резню, он упомянул один древний орден. Я знаю точно, что на него нашло. Правда? Расскажу в другой раз. Это вызовет отвращение у прихожан всей Мерсии. Херефрид – грязное пятно на имени епископства. Ваш Христос был занятный, малый, хоть и слишком мягкий. А вот христиане редко похожи на него. Этот день прошел не зря, Эйвор. Сегодня я узнал, что дух отца по-прежнему горит во мне. Узнал, благодаря тебе, о дне, когда был спасен Линкольншир, сложат песни, и твое имя будет в каждой строфе. Не торопись, Хунвальд. В этой песне пока маловато строк. Гром битвы зовет нас. У вас, язычников, страсть к битвам. Я ее не разделяю. Меня страшит дьявольский пир, который готовит епископ. Пусть епископ не тревожит тебя. Он сам станет угощением, ведь с нами Эйвор. Ахе, верно, очень тяжело. Епископ был ее другом. Должно быть, чувствует себя так, будто сам дьявол напал на ее монастырь. Я говорил с ней. Она скорбит, но полна мужества. Все будет в порядке. Ее обманывал тот, кто должен был служить Господу. А вот и лагерь, видишь? Очень скоро фирт будет готов к битве. Пусть выпьют и отдохнут. Впереди тяжелый бой. Ну и дерзость. Напасть средь бела дня. Ненависть епископа неутолима. Невиданная резня! Безумный епископ заплатит за это! Наш полководец прибыл. Фирды готовы к бою. Скажи, Эйвор, смогут ли люди, которые здесь собрались, победить? Если их храбрость вдвое превосходит их число, возможно. В вашей Вальгале есть место для яростного лебедя? Конечно. Поднимай свое знамя. Значит, мы готовы? Начинаем. Готовь фирт. Сперва мы пробьем внешнюю стену, затем перебьем тех, кто внутри. Святые войны Линкольншира! Пробивать стену лучше всего тараном. С этим я помогу. Ah!
взорвать его или разбить выстрелом из спрингалда. Где епископ? Хватит смертей на сегодня. Он заперся в часовне. Прячется. Проклятый трус. Каждый здесь должен получить по заслугам.
только с той стороны. Христос сегодня с нами.
окно! Стороны.
Я умер, когда надел эти одежды и крест. Когда унизился, чтобы нести свет нашего ордена людям. Когда пробивался наверх в этой заурядной церкви для заурядных людей. Лучше бы я жил, как жили древние. В этом людское безумие, Херифрид. Мы плещемся в своих неудачах, как свиньи в помоях. Лучше бы ты полюбил жизнь. Singulus ribus longe, incomprehensible gludas quiheras, disciplus est omnes. Перестань ты уже! Эйвор, епископ, с ним покончено? Он юлил и много болтал, теперь он мертв. Я жалеть не стану, но Аха будет горевать о нем.
Теперь ты правишь Линкольнширом. Самый трудный бой впереди. Я все еще слышу грохот битвы. Кажется, я понял, как вести за собой людей. Славно. Я хочу попросить об услуге. Проси. Теперь я буду вести опасную жизнь. На первых порах точно. Может ли лебяжья стать укрыться у людей из твоего клана? До тех пор, пока опасность не минует. Мы с радостью примем ее. Спасибо, мой норвежский берсерк. Без тебя в медовых залах нашего Шира будет пустовато. Наши люди теперь связаны братством. Если что, помощь придет. Проклятье. Я не умею прощаться. Ну все, хватит. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Я взяла. Я проиграл. Но барды будут петь о моих победах. Трусам не место в сагах. Я не трус. Я победил в сражении за Уэссекс. Пусть барды споют об этом, о том, как я утратил былую честь. Нет, в песнях будет лишь твой последний вздох. Здесь, в черной от крови грязи.
Эйвор. Линкольншир на нашей стороне. Восхитительно. И кто же наш союзник там? Новый элдермен Линкольншира Хунвальд. Он еще мальчишка, но поклялся быть нашим союзником. Это громкий такой. Что ж, если захочет помощи, то сможет просто крикнуть. Посмотрим на карту союзов. Мне нужно в Суссекс. Возможно, нам с Басимом удастся спасти Сигурда, но нужно войско. Тебе решать. Чем больше союзов ты сможешь заключить, тем выше шансы на победу. Отправлюсь прямо сейчас и вернусь вместе с Сигурдом. Обещаю. Что ж, тогда я предупрежу союзников. Встреться с Басимом, как сможешь. Он должен быть в Кройндоне.
там и грязь. Как раз для крыс. Твердый, как камень. Но как воняет. Ты! Как ты смеешь? На трон земли ворон может воссесть лишь король шипов. Странно. Я точно не король шипов. Но вот ведь сижу же. Дерзкая крыса! Убьем наглую тварь! Здешнего короля. Жалкий сброд. Thank you.
заплатишь! Земле.
меня! Дело плохо? Шею сверну!
Здесь лучше не шуметь. Thank you.